Всем привет! Меня зовут Алексей, и в этом видео мы будем настраивать тестовые рекламные кампании по двум направлениям. Первое направление — это будет продажа украшений ручной работы, а второе направление — это будет обучение изготовлению украшений. И все это будет для одной странички, странички в Инстаграме. Страничка называется Карина Маханова. Вот сейчас мы перейдем. Вот такая вот страничка у нас есть. Здесь, в принципе, какой смысл? Карина делает украшения ручной работы, а также еще предлагает обучение изготовлению вот таких украшений. Можно проходить обучение онлайн, офлайн. Поэтому мы сделаем несколько рекламных кампаний. Сделаем рекламу на обучение, сделаем рекламу на продаже вот таких вот украшений. У нас есть вводная информация. По целевой аудитории, по продажам, это женщины 18-35, украшения надевают на свадьбу, клиенты бывают из России и СНГ. А также есть целевая аудитория под обучение, это женщины 18-35, домохозяйки, женщины в декрете. И у нас две геолокации, это Махачкала, потому что можно проходить офлайн обучение. А также для онлайн обучения подходят другие регионы, поэтому будет расширенная аудитория. В принципе, по всей России. И вот такой вот у нас будет план действий. Сделаем несколько реклам тестовых, всего будет 10. Для продаж мы сделаем рекламу на широкую аудиторию в трафик лента, широкая аудитория трафик сторис, широкая аудитория охват сторис, лукалайк охват связывались лента, лукалайк охват связывались сторис. И для обучения мы будем делать рекламу широкой аудитории на трафик в Махачкале, широкая аудитория на охват в России, лукалайк трафик посетили Махачкала, лукалайк охват взаимодействовали Россия и широкая аудитория на вовлеченность России. Значит, нам нужно все эти аудитории создать. Чтобы создать аудиторию, мы перейдем в наш рекламный кабинет на Фейсбуке. Нужно зайти вот сюда, вот в Ads Manager 3 черточки. Нужно зайти в аудитории. И я предварительно перед видео, чтобы записать его, сделал похожие аудитории. Вот здесь вот. Как они делаются? Здесь очень просто. Вы нажимаете кнопку «Создать аудиторию». Индивидуализированная аудитория. Так как у нас аккаунты синхронизированы, Instagram и Facebook, мы можем нажать кнопку «Вовлеченность», «Бизнес-профиль Instagram». Здесь, если у вас несколько аккаунтов, нужно выбрать ваш аккаунт. И вот по всем этим параметрам вам нужно сделать аудиторию, а потом расширить ее на Lookalike по России. Все очень просто, все очень понятно. Мы на этом в этом видео останавливаться не будем. Итак, аудитория у нас вот эта вот создана. Также мы сделали для курса несколько аудиторий. Вот аудитория Махачкала курс. Здесь у нас в районе 60 километров максимально от Махачкалы. Возраст у нас 18-35. Интересы: обустройство дома, домохозяйство, должности домохозяйка и родители младенцев от 0 до 12 месяцев и родители детей в возрасте от 1 до 2 лет. И вторая аудитория, ну это в принципе точно те же параметры, только мы ее расширили на всю Россию. И как видно, что в Махачкале у нас показывает, а вот аудитория 12 тысяч человек. А если расширять по всей России, то это получается примерно 3 миллиона 200 человек. Еще нам помимо похожей аудитории нужно создать для рекламы тесты для продаж, широкая аудитория трафик лента, широкая аудитория. То есть нам нужно создать широкую аудиторию. Lookalike мы в принципе уже создали. Сейчас сделаем широкую аудиторию на продаже. У нас есть вводные критерии. Мы нажимаем кнопку создать аудиторию, сохраненная аудитория, широкая аудитория продажи пишем. Продажи. И значит, нам по России в возрасте от 18 до 35 лет женщины. Интересы у них, скажем, онлайн-покупки. Мы онлайн-покупки, вовлеченные покупатели. Здесь мы пишем украшения.
Так, здесь украшения не подходят. Давайте по рекомендациям. Вот, ювелирные изделия. Мы еще добавим свадьбу сюда, потому что и посмотрим, сколько у нас получилось. Получилось у нас 6 700 000 человек. Мы нажимаем «Создать аудиторию». И 3 аудитории на широкую публику у нас есть уже, а остальная аудитория Lookalike у нас подгружается. Поэтому мы сейчас начнем делать объявление с тем, что у нас уже есть. Давайте, наверное, начнем вот, вот с этого. Тест для продаж. И первое, что мы сделаем, это широкая аудитория на трафик в ленте. Мы выбираем нашу сохраненную аудиторию, широкая аудитория продажи. Нажимаем кнопку «Создать объявление». На трафик в ленте будем делать. Мы выбираем трафик. Здесь пишем «Трафик продажи, широкая лента». Это мы сделали. Нажимаем кнопку «Продолжить». Здесь дублируем название. Аудиторию мы не редактируем. Мы редактируем только плейсменты. Мы удаляем Facebook. Оставляем только ленту. Network удаляем. Messenger удаляем. И ставим 100 рублей на тест. Нажимаем кнопку «Продолжить». Здесь выбираем свой аккаунт. И здесь мы выбираем, ну, либо, тут несколько вариантов, либо кольцевую галерею, одно изображение, видео, слайд-шоу. Ну, мы будем делать одно изображение. У нас есть здесь несколько изображений. Мы выберем вот такое вот изображение. Вот так она будет смотреться. Нам нужно добавить сюда текст. У нас есть несколько вариантов текстов, поэтому мы протестируем разные варианты. Мы сюда добавляем текст. Нужно добавить ссылку. И вот так вот будет выглядеть наша рекламная кампания. Все, мы еще раз проверяем, ссылка у нас есть, изображение у нас загружено, данные стоят наши, мы нажимаем кнопку «Подтвердить». Итак, первое объявление у нас пока подгружается. Мы ее сделали. Широкая аудитория, трафик лента. Теперь нам сделать нужно рекламное объявление на широкую аудиторию, трафик в сторис. Мы нажимаем опять наши аудитории, которые мы делали. Широкая аудитория продажи. Создать объявление. Здесь мы выбираем тоже трафик. Трафик, продажи, широкая
Stories. Мы это копируем, нажимаем кнопку «Продолжить». Здесь дублируем наше название объявления. В аудитории мы ничего не меняем, мы уже ее создали. Мы редактируем плейсменты. Facebook не нужен. В общем, мы удаляем все, кроме Stories. У нас получается здесь тоже на тест 100 рублей. Нажимаем кнопку «Продолжить». И у нас здесь тоже кольцевая галерея, где можно фотографии с видео комбинировать. Одно изображение или одно видео. Мы выбираем наш аккаунт, если у вас несколько. Подгружается автоматический аккаунт из Instagram. Мы будем делать одно изображение. Изображение у нас тоже есть. Мы добавили на него небольшой текст. Вот так вот будет выглядеть объявление. Нам нужно добавить ссылку на наш аккаунт. Все, в принципе, наша реклама готова. Наши данные указаны верно. Фотография подгружена, ссылка тоже подгружена. Мы нажимаем кнопку «Подтвердить». Объявление ушло на модерацию. Итак, второе объявление мы сделали. Третье объявление — широкая аудитория, охват Stories. Делаем. Заходим опять в аудитории. Выбираем широкая аудитория продажи. Создать объявление. Теперь мы выбираем не трафик, а охват. Пишем охват. Широкая. Stories. Охват продажи. Продажи. Широкая. Stories. Нажимаем кнопку «Продолжить». Здесь пишем свое объявление. Здесь выбираем наш аккаунт, если у вас несколько. Аудиторию нам менять не надо. Нам нужно только указать, что у нас будет реклама только в Stories, в Instagram. Все остальное мы снимаем. 100 рублей у нас стоит. Нажимаем кнопку «Продолжить». Здесь у нас аккаунты подгрузились наши. Мы выбираем одно изображение. Добавляем изображение, которое мы подготовили. Вот это изображение мы удаляем. Добавляем ссылку на нашу страничку. И вот так вот у нас будет выглядеть реклама на охват. Еще раз все смотрим. Все правильно. Нажимаем кнопку «Подтвердить». Итак, получается, что у нас три объявления мы сделали. Смотрим, что нам нужно дальше сделать. Раз, два, три. Look-alike у нас пока еще не загрузился. И здесь на обучение у нас тоже есть широкая аудитория на трафик Махачкала, широкая аудитория на охват Россия, широкая аудитория на вовлеченность России. Давайте первое сделаем. Это широкая аудитория на трафик Махачкала. Мы заходим в наш кабинет, аудитория. У нас есть созданная аудитория Махачкала курс. Нажимаем кнопку «Создать объявление». А трафик мы будем делать в ленте. Трафик.
трафик, курс, Махачкала, лента. Нажимаем кнопку «Продолжить». Здесь мы копируем, вставляем. Аудиторию не редактируем. Редактируем плейсменты. Нам нужна только лента в Инстаграме. Все остальное мы убираем. Ставим для теста 100 рублей. Нажимаем кнопку «Продолжить». У нас будет одно изображение. Выбирайте свой аккаунт, если у вас несколько аккаунтов. Выбираем одно изображение. Подгружаем наше изображение. Вот такое вот у нас изображение по курсу. У нас есть текст. Мы его копируем. Добавляем сюда. Теперь мы добавляем ссылку на нашу страничку. И еще раз проверяем, верно ли у нас все указано. Идентификационные данные указаны верно. Фотография правильная. Текст тот, ссылка та. Нажимаем кнопку «Подтвердить». Итак, четвертая реклама у нас отправилась на модерацию. Пятое нам сделать надо широкая аудитория на охват по России. Мы заходим тоже уже в созданные аудитории, которые мы предварительно сделали. Широкая аудитория курс Россия. Нажимаем кнопку «Создать объявление». Охват. Охват, курс, широкая Россия, лента. Нажимаем кнопку «Продолжить». Здесь мы указываем наше название. Здесь выбираем аккаунт наш. Аудиторию мы не редактируем. Редактируем плейсменты. Facebook убираем, оставляем только ленту в Instagram. Для теста нам понадобится 100 рублей. Нажимаем кнопку «Продолжить». Итак, смотрим, что идентификационные данные подгрузились наши. У нас одно изображение. Мы загружаем изображение наше. Добавляем текст. Добавляем URL. Смотрим, все ли у нас правильно. Текст, фотография, ссылки. Все правильно. Нажимаем кнопку «Подтвердить». И пятое объявление у нас отправляется на модерацию. И последняя широкая аудитория, которая у нас есть, это широкая аудитория на вовлеченность в России. Мы нажимаем кнопку «Широкая аудитория», «Аудитория», выбираем нашу аудиторию. Широкая аудитория, курс «Россия». Нажимаем кнопку «Создать объявление». Нам нужно выбрать вовлеченность. Вовлеченность, курс «Широкая Россия». Ну, тут
Оно только в ленте может быть, поэтому мы тут не будем писать, что это в ленте. Здесь дублируем курс, редактируем плейсменты, убираем Facebook, Network, ставим 100 рублей. Нажимаем кнопку «Продолжить». Здесь выбираем свой аккаунт. Добавляем текст. Сейчас немножко подгрузится. А у нас надо создать рекламу. Одно изображение. Выбираем изображение. Выбираем текст. Подробнее. Добавляем ссылку на нашу страницу. И нажимаем кнопку «Подтвердить». И шестое объявление у нас отправляется на модерацию. Мы смотрим еще раз наш чек-лист. Широкую аудиторию мы 3, 4, 5, 6 везде настроили. Теперь нам нужно лук-алайк, охват, связывались лента. Look-alike, охват, сохраняли сторис. Look-alike, трафик посещали нашу страничку на Махачкалу. Look-alike, охват, взаимодействовали по всей России. Давайте посмотрим, подгрузилась ли у нас наша аудитория. Да, вот видите, что мы... Уже подгрузилась аудитория, он ее здесь настроил нам. И значит, нам сейчас нужно тест для продажи. Look-alike, охват, связывались в ленте. Мы выбирали, отправляли сообщение. Вот она, аудитория подгрузилась. Мы нажимаем кнопку «Создать объявление с этой аудиторией». Это у нас будет на продаже и на охват в ленте. Охват. Похожие связывались. Лента. Нажимаем кнопку «Продолжить». Здесь дублируем наше название. Выбираем наш аккаунт. Аудитория «Look-alike». «Look-alike» связывались лента. Для продаж мы не настраиваем здесь никакой геотаргет. Мы оставляем все данные, которые есть. Единственное, что мы чуть-чуть изменим, это женщины. И возраст у нас 18-35. Больше мы ничего не меняем. Плейсменты. Лента. $100. Нажимаем кнопку «Продолжить». И у нас будет одно изображение. Мы добавляем наше изображение. И у нас есть несколько вариантов текстов. Можем добавить вот этот текст. Добавим ссылку на наш аккаунт. Вот так будет наше объявление выглядеть. Еще раз проверяем. Текст у нас есть. Ссылка есть. Идентификационные данные наши. Нажимаем кнопку «Подтвердить». И все, у нас уходит объявление на модерацию. Значит, для продаж нам нужно еще сделать look-alike, охват, сохраняли. Давайте выберем нашу аудиторию.
Сохраняли. Вот, сохраняли. Мы нажимаем создать объявление. И объявление мы делаем в сторис на охват. 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 Сохраняли. Сторис. Здесь вводим название. Здесь выбираем нашу страничку. И здесь мы редактируем тоже возраст. И женщина. Оставляем только сторис. Все остальное удаляем. Для теста нам нужно 100 рублей. Нажимаем кнопку «Продолжить». Нам нужно одно изображение. Идентификационные данные у нас наши. Загружаем наше изображение. Текст нам не нужен. Ссылка на наш аккаунт. Вот так это смотрится. URL есть. Данные наши. Нажимаем кнопку «Подтвердить». Итак, что у нас осталось? У нас еще осталась аудитория Lookalike, трафик, посетители, Махачкала. Мы заходим в аудиторию. Заранее мы уже создали вот все посетители профиля, расширенная аудитория. Нажимаем кнопку «Создать объявление». И у нас здесь трафик. Трафик. Похожая. Курс. Махачкала. Нажимаем кнопку «Продолжить». Здесь мы дублируем название объявления. Мы опять же Lookalike подводим под наши параметры. Сейчас мы посмотрим вообще, сколько у нас он выдаст аудиторию. Женщины, возраст 18-35. И нам нужно еще здесь редактировать места Махачкала. И получается, что у нас он прогнозирует 19 тысяч человек по похожей аудитории. Мы редактируем плейсменты. Facebook убираем. Вставляем только ленту в Instagram. Это все убираем. И нам надо 100 рублей поставить. Бюджет. Мы нажимаем кнопку «Продолжить». Здесь выбираем свой аккаунт. У нас будет одно изображение. Загружаем изображение. У нас есть текст. Добавляем ссылку на аккаунт. И смотрим еще раз идентификационные данные наши, изображение наше, текст наш. Все нормально. Нажимаем кнопку «Подтвердить». Готово. И последнее объявление, которое нам надо сделать. Lookalike, охват, взаимодействовали, Россия. Нажимаем «Аудитории».
взаимодействовали с компанией, создать объявление. Мы делаем это на охват. Охват. Охват, похожая. Курс. Россия. Лента. Нажимаем кнопку «Продолжить». Вводим название еще раз. Выбираем свой аккаунт. Аудитория наша подгрузилась. Мы ее корректируем по возрасту. Пишем, что нам нужны только женщины. Больше ничего не делаем. Убираем Facebook. Оставляем только ленту в Instagram. 100 рублей бюджет. Нажимаем кнопку «Продолжить». Идентификационные данные наши. Выбираем одно изображение. Добавляем наше изображение. Наш текст. Добавляем ссылку на нашу страничку. И проверяем еще раз. Данные наши, изображение наше, текст наш и ссылка тоже наша. Нажимаем кнопку «Подтвердить». И все. Вот, в принципе, 10 объявлений тестовых мы сделали. Бюджет у нас на каждое объявление по 100 рублей. Здесь есть разные варианты. На охват, на трафик, на вовлеченность. Есть лента, есть сторис, есть широкая аудитория, есть похожая аудитория. Есть курс, есть продажи. Поэтому что мы делаем? Сейчас наше объявление в течение суток открутится. В следующем видео мы посмотрим с вами результаты. Ну и в принципе подумаем, что можно делать дальше. Если видео было для вас интересно, ставьте лайк. Если вы хотите подобную настройку рекламной кампании, пишите в комментариях к видео, либо связывайтесь в директ в Instagram. И всем успешного продвижения и хорошего дня!